Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Арсей». В ногу со временем и на шаг впереди! Богдан – общительный, добрый и немного стеснительный молодой человек. Но характер у него сильный, целеустремленный и независимый. Богдан держится с достоинством, не дает себя подмять и сам никого не обижает. Богдан поступил к нам совсем недавно. Он очень легко сошелся со всеми сверстниками, очень общительный, любит помогать взрослым и также очень любит помогать детям помладше. В учебе он старательный, ответственный, много участвует во всех мероприятиях. Очень талантливый, спортивный парень. Парень очень добрый и отзывчивый, с удовольствием идет на контакт. Мальчик не любит навязчивости и сам ведет себя корректно. Он хозяйственный, аккуратный, умеет и любит следить за порядком, за своими вещами, внешним видом. Меня зовут Богдан, мне 15 лет. Я учусь в 9 классе. Готовлюсь к сдаче экзаменов. Хочу пойти в 10-11 класс. Богдан любит футбол, с удовольствием занимается танцами. В этом году парень заканчивает 9 класс и активно готовится к экзаменам. Сам занимается, если что-то не понимает, то просит помощи у взрослых. Если дать Богдану какое-то поручение, оно обязательно будет выполнено очень добросовестно. По вопросам семейного устройства обращаться в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу: улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32 35 36.